4, можно пару вопросов вам? Как Давайте. Вы считаете, как вы выступили? Ну, неплохо, наверное, да? Да, мне понравилось. Лучше, чем на репетиции. А вы давно играете вместе? Две репетиции. Две репетиции, да. А как вы вот собрались вот с разных факультетов, так первый курс? Я кинул объявление в группу КПИ ВКонтакте, и как бы отозвались куча ребят, которые играют Цоя 2 месяца, но я выбрал этих. Остались самые хорошие музыканты. Як довго ти поєш? Я десь 6 років, мабуть. 6 років в музичній школі. Не професійно, я закінчила музичну школу. Я вирішила побороти свій страх сцени. Тут навіть трошки інше. Ти співаєш 6 років, в тебе є страх сцени? Ну, я якби співаю в хорі, тому що мені це подобається. От волнения или это такое насыщенное было акробатическое выступление? Да, это очень тяжелый танец для меня. Эмоции и акробатика все вместе очень сложно. В каком стиле ты танцуешь? Современная хореография с элементами акробатики. Ага, и давно ты этим занимаешься? 11 лет уже. Наверное, в каких-то конкурсах, да, участвовала? Да, в КМС, по фитнесу. А сегодняшнее выступление, как тебе, вот ты как-то оцениваешь его? Ну, можно было, конечно, лучше, но все равно для КПИ, думаю, дебют здесь, это хорошо тоже. Скинул видео посмотреть. Решил, ну, давай приеду домой, ну, куплю себе ее, буду пробовать. Вот допробовался до второго места по Украине пока только. А можешь показать ее? У тебя какое-то необычное, а двухстороннее, это что это? Нет, это не двухстороннее, это просто форма баттерфляй бабочки. А какой самый сложный трюк вот с йо-йо? Самый сложный, который ты можешь выполнить? Я самый сложный, наверное, могу домино. Показывай. От ти, як студент, який вчиться на факультеті соціології і права. Якщо ти виконуєш, ти не боїшся, якщо ти будеш виконувати чиюсь композицію, то на тебе можуть подати в суд за авторські права. Я хочу сказати одне. Репер, який себе поважає, ніколи не буде читати чуже. Я не із таких. Ага, ну окей, тоді давайте поаплодуємо. Кузьма Квієр, репер, який себе пишет, допустим, о себе, там, я рэп, я читаю, я такой крутой, все такое. Так нельзя делать. Надо читать об окружающих, там, о проблемах, чтобы люди понимали, что существует такая проблема, и ее надо решать. Как часто ты пишешь и много лет? Уже порядка 70 текстов. Скоро я хочу записать альбом, уже свой первый дебют. Відповідайте в мікрофон, чи ви можете разом, якщо ви в один голос будете? Ми всі з однією групи. Всі 21. Давайте поаплодуємо такій дружній групі. Мені здається, це єдина група в КПІ, в якій організований свій шоу-балет. Шоу-балет Нєшечки, давайте їм вам поаплодуємо. Ребята, скажите, девчата, наверное, скорее, чувак, извини, как можно на первом курсе организовать целый шоу? А у нас дружный коллектив, очень классный. Постановщик у нас будет. У нас вот постановщик. Дашка Гнаев. Так вы все пришли в КПИ танцующие или это вы уже здесь? Нет, мы сейчас научились. А кто учил, вот кто танцующий пришел? Наш постановщик. Это вся группа или есть еще кто? У нас 25 человек, танцует 12. А парней сколько там? 9. 9 и танцует один. Да. А девушки все танцуют? Да. Как вы оцениваете вот выступление сегодняшнее? Очень понравилось, очень круто, нам очень понравилось. Мы самое лучшее. Из хореографии. То есть вы так решили этой группой идти до конца и выигрывать все? Да, конечно. Взять все, что будет в КПИ? Після такого чудового вчинку. Я люблю цього танцювати. Ви взагалі знакомі, так? Так. Ви знаєте, ми зараз переповняємо емоції, тому зараз не можемо зобразити. Ну, мені здається, Артем все зробив дуже правильно. Ну, і от мені здається, за це варто поаплодувати. Коли Вікторія, Артем і Артем? Я думаю, виступила на рівні. А давно поїдеш?
Ну, я пою вообще с садика, ну, как бы официально начала петь с 3 класса. А парень Артем тебе кто? Это мой друг, мы познакомились именно на РТФ, это очень хороший друг мой, вот так. Взрослых мужиков на задних рядах рыдала просто. Все возможно. Откуда у тебя такие песни? Ну, на самом деле, просто я очень люблю животных, поэтому эта песня была написана с целью защиты животных, чтобы кто-то задумался. У тебя много песен? Ну, немного. Есть еще парочку, там тоже такие лирические. А давно ты поешь, играешь? 4-й год, но пою я с детства. А как ты вот оцениваешь, как ты сегодня выступила? Неплохо. Ты слышала, как тебя зал хлопал? Да, когда уходишь, вот, когда у тебя все получилось, это вообще... Я в шоке пока что. Девочки тоже в шоке. Как вы выбираете песню, которую будете петь? Я люблю такие песни, да, чтобы людям нравилось слухать, им было приятно и вас. А девушки не поют? Нет, иногда. Оригинальная хореография, да? Что это за жанр и вот что ты умеешь танцевать? Ну, вообще, я учился 7 год народным танцам, но потом мне захотелось чего-то такого более яркого. Видел клипы в интернете, Джексон мне очень нравится, хип-хоп, брейк-данс. Да, решил так что-то так смешать немножко. Ну, я вообще-то только узнал об этом конкурсе буквально дней 4 назад. Вот. Ну и решил попробовать, вдруг получится что-нибудь. И как, получилось? Ну, я доволен. Я сподіваюся, вам все сподобалось. Я догадуюсь, буде симпатія залу, і я б хотіла, щоб ви зробили правильний вибір. А, це когось це нагадує, так? Да? Давайте ще раз поаплодуємо. Штойка Вікторія, інженерно-фізичний факультет. Хто в якій номінації у нас переміг. І ми запрошуємо під ваші оплески всіх учасників конкурсу «Дебют першокурсника 2012». Добрий вечір, дорогі друзі. Компанія «Ежинколос» хотіла б согріти двох, по нашому мнению, самих талантливих студентів, які сьогодні виступали. Безумно понравились. Клименко, Надежда. Носи, грейся і продовжай розвиватися. Ти дуже красиво поєш. Второй спеціальний приз. Боб КПІ хотіли б подарити молодому чоловіку Вова Чорну, я не чорна, звідки зашибаюся. Бітбокс. Спасибо. В центр сцени ми хотіли б зараз запросити все журі, у котрого вже є своє рішення. Отож, під ваші оплески зустрічайте журі конкурсу «Дебют першокурсника 2012». Що всі, хто участвував сьогодні в нашому дебюті, это большая смелость, потому что выйти на эту сцену – это очень неплохо. Мы хотим отметить, в первую очередь, флешками участников нашего сегодняшнего представления. Зайченко Валерия. Валерия, ты мой сей патронок? Лысик. Кулик Виктория. Небольшим награждением. Дорогие друзья,
Татьяна, я хотела бы подарить сертификат на уроки вокала от студии «Вокала Драйв» и от себя лично для Денисюк Виктории. Галина Волощука, всей подарунки подает Денисюк Виктории. І перша номінація – це кращий вокал. Дипломом нарождається Анджиєвська Альона. Номінація конкурсу «Дебют першокурсника 2012. Краща хореографія» нагороджується Сачек Катерина. Радіва, класно! Олег Власов. Я кращий артист. Пащенко Ольга. Пащенко Оля, кращий артист. Голова правкому студентів КПІ і номінація «Симпатія залу». Ну, по-перше, перед тим, як вручити, все ж таки назвати переможних, також від правкому студентів подякувати всім нашим учасникам, тому що холод, який був при тому, як ми зайшли в зал, він абсолютно розтворився в тому теплі, який нам зі сцени дівчата, хлопці подарували. Тому дуже дякую від правкому студентів всім подарунок. В понеділок включиться опалення. Це не жарт, це правда. І так, номінації конкурсу «Дебют першокурсника 2012 «Симпатія залу» нагороджується Клименко Надія. Клименко Надія, «Симпатія залу». І профіку в камерах, щоб могла спілкувати своє вболівання. Веб камера, розумію. Залишилася головна номінація «Дебюту першокурснику 2012 «Відкриття року», яку вручає директор Центру культури та мистецтв Галушко Михайло Михайлович. Конкурсу «Дебют першокурсника» нагороджується Андрій Журавель. Ми знаємо Андрія, який отримав також свої подарунки. На цьому «Дебют першокурсника 2012» підходить до свого логічного завершення, правда? Ми можемо сказати вам, що приходьте до нас і далі. Дякуємо вам за те, що були з вами. Ми завжди з вами. Ну вот говорят, что у рыжих нет души. Вот ты сегодня спела с душой. Как так получилось? Я просто продала остатки души дьяволу сегодня. Ты ожидала победы или... Честно, нет, абсолютно нет. В зале сидело большинство парней, и ты взяла мисс зрительских симпатий. Не боишься теперь по КПИ ходить? Да нет, ну, во-первых, очень большое спасибо моим друзьям, которые там сидели. Тоже большинство парней. А так мне будет только приятно ходить по КПИ.